Я хочу особенно отметить развитие азербайджанско-кыргызских отношений, которые вот 20 апреля 2020 году был в Баку подписан стратегический партнерство между Азербайджаном и Кыргызстаном. Кроме этого, был подписан меморандум о создании Совета, Межгосударственного Совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики. Кроме этого, был подписан много межгосударственных договоров. И последующие годы, то есть 11 октября в Бишкеке был, в 2022 году в Бишкеке был подписан, был проведен первое совещание Межгосударственного совета. И после совещания был подписан межгосударственный договор, который подписали наши лидеры. И межгосударственные договоры по разным областям. И я хочу особенно отметить, что был еще подписан фонд развития между Азербайджаном и Кыргызстаном. И уставной фонд, который составляет 25 миллионов долларов США, которые это все это деньги перечислили азербайджанское государство. Этот фонд начал действовать в этом году, в 2024 году. И развитие азербайджанско-кыргызского отношения для нас очень отрадно, потому что наши корни и многовековые наши дружбы идет очень глубоко. Мы все время поддержали друг друга.